Утереть пузико на счастье. Дальше, давай, Коля, давай. Очередной выходной день. Чем два раза? Очередная тренировка с командой Patriots. С участниками 100-дневочки. Немножко в усеченном составе, потому что холодно, и не могу сказать, что с Саней. Дай бог увидим его до конца года. Дай бог придет. Слушай, дай мне камеру сегодня, а? Трени глазами Коляна. Вот, что еще? Мы запишем после слова. Сегодня будет очень необычная, интересная тренировка, специально под такую прохладную погоду. Я думаю, вам всем понравится. Мы продемонстрируем прям кружочек, как ее сделать. Вот. Ну и потихоньку начинаем, разминаемся и треним. Погнали. Мы постой, сейчас давай камеру возьмем. Дай камеру. Я не умею, вот оператор. Негодяй, возьми камеру. Итак, программа сегодняшней тренировки. Все размялись, поэтому я еще не размялся, я вкратце расскажу. Итак, у нас будет сегодня тренировка демона. 666 повторений. У вас будет 6 упражнений в каждом... Сколько? В каждом по 11 подходов. А первые 10 подходов вы делаете по 10 повторений, в 11 подход делаете 11. Все очень просто. Первое упражнение, пошли покажу. Ну, я скажу, что надо делать, а потом разобраться. Подтягивание на турнике. У вас два варианта. Либо вы, ну, опять же, под свой уровень подстраиваете. Либо вы подтягиваетесь к левой руке, к правой. Соответственно, и так вот, раз, два, и так 10 повторений. Либо 10 повторений на шарах, либо, если вам тяжело, можете просто 10 подтягиваний. Подтянулись, идете на брусья. Это все делается без отдыха, если что, вообще без какого-либо. Пришли на брусья. Делайте 10 отжиманий, глубоких отжиманий. То есть не так вот, как 90 или как Коля, а прям вот, вот сюда. Ваша задача именно чувствовать мышцы, чувствовать трицепс, чувствовать грудные. Отжались, идете не спеша обратно на турник. Все без отдыха. Первые минуты две. Делайте 10 подтягиваний нижним хватом. Либо узким, либо обычным, как, кому как можно. Сделали 10 подтягиваний, идете на брусья. Можно на брусья? Можно. Делайте корейские отжимания. Вот такие, знаете все, да? Все знают? Да, я потом покажу. Сделали 10. Идете опять подтягиваться. Подтягиваетесь вы нейтральным хватом, то есть либо вот так, либо так, либо на одной вот здесь. Ну, суть, короче, чтобы хват был нейтральный. Кто совсем хочет пожестить, можете на брусьях подтягиваться. В уголок подняли, повернулись и подтягиваете. Сделали это. Идете на скамейку. На скамейку. На скамейку. И делаете слайдовое отжимание, то есть, которое вот так вот. С одной стороны, к другой. С одной тоже 10. Все, это один круг. Отдыха между упражнениями нет, отдыха между кругами нет. И вы так двигаетесь между упражнениями, пока не выполните все 666 повторений. Если в какой-то момент вы чувствуете, что устали, даете себе отдых. Если чувствуете, что, ну, как бы, если вы не можете выполнить полностью подход, разбиваете его на два, после него даете себе отдых. Ваша задача все-таки 10 в каждом подходе делать. Вот вся тренировка сегодня. Если мы это сделаем, мы будем демонами. Да, если вы пришли за адской силой, то надо тренироваться как демоны. Я читал это в ВКонтакте. Погнали, это должно быть весело. Ты, конечно, можешь поговорить с Саней. Фиксируйте. То есть это как-то связано? Это напрямую связано, давай так. Твою мать, Я понял. Только выше. Миха меня сейчас разочаровал, да? Ладно, давай сверху. Не опускайся, значит, так низко, если не можешь вытащить. Опускайтесь на комфортную высоту, чтобы вы могли опять вытащить напрямую руки. Я поэтому и хотел размяться, что как бы... Вечером на руках ходить будем, на бровях я тебе похожу. Вить, покажешь нам корейские отжимания, пожалуйста? Миша нас разочаровал. 616. Вот, все, понятно, да, всем? Корейские отжимания. Я понял. Не-не-не, я просто пытался вытащить по-другому. Все поняли. 666 повторений, прямые включения после некоторых кругов. Мы будем показывать вам счастливые лица людей. Погнали. We'll be right back.
Инесса, тебе холодно. Что ты делаешь? Ты танцуешь? От души я танцую. Да, и не мерзнешь. Ну как? Господи. Я тебя сочувствую весь. По два так, по времени. Вот так его звать, если... Ну, имеется. Какой круг, Миш? Пятый. Сделал? Нет. Еще начался? Подтягивание, да. Сейчас продолжаем. Вот тут полное счастье лица. Вот видишь, как я это получаю удовольствие. Я она всегда такая. Ты видел видео последнее? Нет, я последнее еще не смотрел. Посмотри. А ты дышишь? Да. Еще символично, что последнее видео было тренировка глазами Сани, потому что не скоро он больше наш тренировки будет. Так, хороший вопрос, я понял, если ты потом рассказал. Какой пятый подход, Тох? Пятый подход. Пятый круг, пятый круг. И изгибаешься. Че, как? Лодочкой. Ноги вперед чуть-чуть вынеси. Да? Вот. А в коленях согни. Выше согни. Нет, а ноги... Да, у него слишком длинные ноги. Всё. Просто. Нет, ноги держи вперед. Колени на месте. Вот, теперь опускайся. Вот так и делай. И ниже. Тяжело, держишь кресло. Помнишь, мы сделали про тебя, типа, одинокий парень там. Слушай, ну сработало. Сработало же, да, я думаю, сейчас... Коляну тоже номер телефона подпишем на этом видосике и... Подтянулся весь. Пойдет. Квартира у него есть в Москве? Колян, есть у тебя квартира в Москве? Я над этим работаю. Неправильный ответ. Ну, в общем... Если вы не ослепли и можете смотреть дальше эту передачу, то вот вам второй шо. Давай, Коля, давай. Потереть пузико на счастье. У нас есть заставка для этого ролика. Их впечатление о программе. Как тебе? Вообще круто. Круто? Да. Не мерзнешь? Не согреюсь вообще. Хорошо. Согреваемся. Так, ты делаешь подход? Да. Как очень, тебе программа? Очень жарко. Жарко? Да, клево, клево. На улице почти минус. А еще как? Жарко. Жарко. Всем жарко, как тебе? Да вообще. Вообще. Тоже доволен программой? Отлично. Все довольны. Пойдем спросим у Тохи. Он сейчас сделал седьмой круг. Как впечатление? Как впечатление? Еще четыре. Ну, считать он еще умеет. Хорошо. Значит, все хорошо. Значит, все хорошо. Все хорошо. Тошка, помогай. После того, как все сделают 666 повторений, у нас идет 5 минут виса в сумме на наших новеньких шарах. В согнутом положении. Вот так вот. Давай. Да, в согнутом. Висим на максимум. Столько подходов, сколько потребуется. Видимо, потребуется очень и очень много подходов. 14 секунд. Потому что 5 минут это 500 секунд. Если по 14, лучше не считать. Это 300 секунд. Это 300 секунд. Ну, сейчас, подожди, снимаем. Так, время, сейчас снимите. Ну, у меня держать. Секунда. Да не важно. Никто же не будет смотреть. Давай, виси. Да, раз, два, я три. Смотрю все видео. Давай, виси! Виси, перебежек! Три секунды. Давай, раз, да. 222 раза больше. Так, ты перчатки сними, будет лучше. Ну вот мы и повисели 666 секунд на шарах. И на этом тренировочка закончилась. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, вам понравилась тренировка. Приходите в Нескучный сад, тренируйтесь с нами, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии, кидайте видео друзьям и подписывайтесь на наш канал. Впереди ждет вас снег. Пока.